Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это очередная серия прохождения Gran Turismo 2 для первой PlayStation. Ну, в общем, в прошлой серии мы с вами завершили один из последних чемпионатов классических, и впереди у нас, в общем-то, остались только гонки на выносливость, немножечко ралли, ну и финальный чемпионат, мировой чемпионат Gran Turismo. Ну и в этой серии мы снова будем проверять себя на выносливость. И я думаю, что мы будем купим новую машину. Это будет одна из моих тоже любимых тачек. Ну, не совсем, правда, это вот Корвет. Сейчас посмотрим, какую из моделей, купе или лучше, наверное, Grand Sport возьмем. И корветы, да, мне тоже очень нравятся, но больше всего мне нравится модель C5, ну или C5. Здесь C5 еще нету, к тому моменту они еще не вышли, их не выпускали. Ну и вот была вот только C4 модель, вот Grand Sport, это такая коллекционная моделька его. Ну и, в общем, сейчас мы прокачаем его, насколько это возможно, но не на лошадиные силы. То есть ходовая часть будет прокачана, наверное, вся, а на лошадке, ну, буквально слегка его качнем, и будем мы проходить сегодня трассу Apricot Hill Endurance Race на выносливость, гонка по трассе Apricot Hill. Вот видите, он довольно мощный, если его наворачивать полностью, но мы этого делать не будем. Там ограничение по лошадям в том чемпионате 591 лошадка, и там машины участвуют не в гоночной модификации, и они далеко не под самую верхнюю планку там прокачаны. То есть мощность у них, конечно, далека от 600 лошадиных сил. И, кстати, вот пока мы тут прокачиваем наш корвет, я тут не в прошлой, а в позапрошлой, получается, серии, когда мы с вами гонку по Trail Mountain уехали на выносливость, я там, конечно, лопухнулся и из чего-то решил, что по ходу гонки можно резину менять. Купил как бы специально два комплекта, софт и медиум. Ну, естественно, ничего подобного во второй части делать нельзя. То есть резина выбирается до гонки и раз и навсегда. То есть какую резину вы выбрали. Вот, кстати, гляньте, какой корвет классный. Он и в первой части был, он даже нам встречался в одном из чемпионатов, но там что-то так я его и не купил. Конечно, я зря это сделал. Вот еще мы никогда не заходили сюда, но видите, здесь электронику можно покупать. Тоже Traction Control и систему стабилизации, но я электроникой никогда не пользуюсь, ни в этих частях. Точнее, нет, вот в этой части мы с Лехой покупали, но тогда мы еще не шарили, что это такое, поэтому ставили все. А в пятой-шестой частях я никогда электроникой не пользуюсь, поэтому я, собственно, туда никогда и не заходил, в этот раздел. Вот. Ну что же, начинаем, стартуем. Корвет Grand Sport, трасса Apricot Hill. Старт! И да, как я и говорил, здесь машины, ну, не гоночной модификации. Вот, и, ну, не знаю, посмотрим, насколько они здесь будут хороши на фоне нас. Надеюсь, что все-таки не в одну калитку удастся выиграть, ну, либо же не в одну калитку проиграть. О, ну, это... Как за здрасте. В начале гонки всегда ошибиться, пропустить все вперед. Потом прорываться. О, ну, по внешней траектории.
BMW-ха тут, Lancer 6 вот впереди лидирует сейчас, это у нас GTO-ха, Mitsubishi. Ну, вообще тут слабоватые они, конечно, по мощности. Могли бы, конечно, и подзадрать мощность у них, потому что ограничения здесь, конечно, уже очень приличное, почти 600 лошадей, но соперники, ну, не очень как-то подготовлены под этот регламент. Так, ну, в общем-то, пока вырвались вперед. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Первые круги всегда на новой машине, это идет привыкание. Вот видите, даже если там трассу я знаю отлично, но все равно на этой, именно на этой машине я не ездил уже очень и очень давно. Даже в первой части не удалось на ней покататься. Поэтому, естественно, все равно идет какая-то какой-то вкат нужен, вкатиться в машину именно на этой трассе, на этой резине. Резину, как вы видели, я купил тоже медиум, ну, потому что софт, конечно, он быстрее, но все-таки на гонках на выносливость софт не очень, наверное, подходящий, потому что он слишком быстро будет истираться, куча пит-стопов. И это не компенсируется его скоростью. Medium тоже резина слик, она уже сама по себе очень мягкая. Даже если брать ее самый жесткий состав, ну, все равно. Поэтому, в общем, преимущественно, наверное, будем ездить чемпионаты на выносливость на резине Medium. Может быть, где-то и попробуем софт, но вряд ли. Не думаю. Вот. Да, и кстати, я там так и не договорил. В общем, немножко о резине-то. Резина здесь, да, вот как мы здесь поставили, купили комплект Medium на тот же Corvette сейчас. Так мы, собственно, на нем и поедем, естественно, до конца гонки. И на пит-стопах нам будут ставить только ее. Поэтому то, что я там говорил в гонке на Trail Mountain, если честно, даже не знаю, почему я так решил. Ну, видимо, просто абсолютно забыл об этом, а в пятой и шестой частях вот именно так делать можно, то есть купить там несколько типов резины, и во время пит-стопов там прям можно выбирать, какой комплект ставить, пока едешь до своих механиков по питлейну, вот там такая менюшка появляется, и там можно выбирать комплект резины и дозаправлять машину. Здесь пока еще дозаправок нету на второй части, то есть как бы бензин у нас по умолчанию, ну, не заканчивается, так скажем, никогда. Вот, только можем бить резину. Вот, наверное, поэтому я и решил, что и здесь точно так же. Но на самом деле на второй части такой опции еще нету. Вот. Ну, здесь кругов уже больше, конечно, чем это было по Trail Mountain. 50, как вы видите. И гонка, естественно, займет у нас побольше времени. Правда, и машина у нас пошустрее. Трасса, в принципе, по времени проходится примерно так же. Ну, хотя нет, даже быстрее. Да, быстрее, и за счет этого, в принципе, гонка будет не намного дольше, ну, там, не в два раза, чем Trail Mountain. Лучший круг там я уже точно не помню по Trail Mountain, где-то в районе 1.33, по-моему, был там, 33-34, где-то так. А здесь, вот видите, ну, пока вот 1.25 лучший. Еще, кстати, я тут небольшой челлендж, что ли, можно сказать, так придумал. Сейчас, в общем, будем экспериментировать. Ну, так как соперников тут как таковых особо нету, вот в Gran Turismo во втором виде есть три вида разных. Ну и, в общем, сейчас будем экспериментировать, на каком из видов лучшее время будет показано и вообще отличается ли
лучшее прохождение по времени круга в зависимости от того, на каком виде ехать. Сейчас такой некий челлендж сделаем. Ну, во-первых, скажу, что вот от такого вида так, в общем-то, особо, думаю, разницы не будет. Но вот сейчас, к примеру, немножко сложнее управлять вот такого вида, как бы от бампера. Потому что, ну, немножко меняется восприятие. Во-первых, угол совсем другой. Ой, смотрите, уже на круг догнали. Ничего себе. Всего шестой круг, а мы уже кого-то на круг догнали. Но это... не пойму я, кто это. Но он отстал даже от... А, это BMW, по-моему. От лидирующей группы, от всей. Остальной очень намного. Ребять, гораздо слабее. Вот. Ну и сейчас, кстати, на виды, опять же таки, гораздо... Ну, не гораздо, просто чуть-чуть сложнее. То, что габаритов не видно. Вот. И, например, если брать там пятую, шестую часть Gran Turismo, то я, в принципе, там в основном вот от такого вида езжу. Хоть там и габаритов не видать, но там машина гораздо лучше уже чувствуется, ну, чисто по физике. Поэтому там это не мешает. Здесь же, так как физика, скажем так, еще далека от идеала, то вот на этом виде, я так сейчас смотрю, что габариты машины чувствуются слабее гораздо. Вот. Так как ее саму тут не видно. Ну вот, видите, ошибался я, конечно, с того вида. Ну, тут сразу, в общем-то, ошибка последовала и на виде, на котором обычно езжу. Сейчас посмотрим, может быть, сейчас тогда по несколько кругов проедемся. Сейчас проеду на этом виде. Вот с бампера у нас 1.29,9, но там вылеты были. То есть надо постараться проехать чистые, наверное, круги. Ну и там уже посравнивать, на каком из видов будет лучшее время. Так, ну, круг от бампера я закосячил, он 1.29,9 получился. Потом переедем. Сейчас я тогда постараюсь на нашем виде на этом вот проехать. Потом надо будет перепроехать еще снова на виде от первого лица. Пока это, конечно, не в счет, потому что время очень слабое. Ошибался там. Ну, здесь тоже были ошибки. Сейчас попробуем на этом круге вот сейчас. Ага, черта с два. Как только что-то начинаешь стараться, тут же следует ошибка. Но это закон подлости работает. Так, ну ладно, на этом круге уже не получится. Надо тогда... Ага, хотел сказать, надо тогда резину поберечь, и опять вылетел. Так, ну тогда ладно. Скажу еще об одной вещи. Когда мы, значит, проходили с вами гоночку на Trail Mountain, на выносливость, там выяснилось, что есть некое несоответствие времени внутри игровому и времени в реальности. То есть видео получилось... на видео время было меньше, чем на внутриигровом счетчике. То есть внутри игры оно почему-то шло немножко быстрее. Ну, зашел я, в общем, в настройки Open Broadcaster и убрал там пропуск кадра. Там, ну, в общем, если эмулятор тормозил, то этот автоматически программа выбрасывала кадры из игры. Сейчас я эту фишку убрал, посмотрим, как оно будет здесь. Естественно, на гонках, которые идут, ну, короткий промежуток времени, этого незаметно, в общем-то. А вот на такой вот сейчас мы посмотрим снова здесь на Apricot Hill, помогло это или нет.
То есть проблема, была ли это проблема в программе, либо может эмулятор, а может это и вовсе проблема именно внутри игры самой заключается. То есть может быть внутри игровое время, по крайней мере, вот этот счетчик идет быстрее, отщелкивает, чем это есть в реальности. Не знаю, посмотрим. Это будет понятно на финише. Так, вот, получилось проехать круг. 1.24.5 сейчас на этом виде. Давайте теперь попробуем на... ух ты, опять круговой. По-моему, Ягуар был. Благо, не помешал. Сейчас на вот этом виде попробуем на дальнем. Как на нем будет машина себя вести. Ну, думаю, что на нем меньше проблем будет. Все-таки здесь машина видна. И как бы, ну, габариты тоже заметны. Так, надо вот еще запомнить времена по секторам. Это вот сектор 2. 42 секунды был, да? 42,5. Ну, так, здесь вот 1.01.9. До этого я не засекал, поэтому даже не знаю, на какое время иду. Ну, явно не на рекордное, конечно, потому что тоже были ошибки по марке. Но и не на сильно плохое. Ну вот 1.26.7 первый круг с этого вида. Сейчас еще раз тогда прокатимся. Ну, не знаю, может круга по 3 делать на каждом виде. Вот на обычном я 3 сделал. Третий как раз был лучший. По-моему, 3. Ай-яй-яй, ну что такое, опять вылетел. Правда, вот уже резина начинает стачиваться уже до такого состояния довольно-таки. Ну, еще не совсем плачевного, но уже довольно подубитая. Так, сейчас второй сектор даже похуже, 42,6 на 1/10, но это, в принципе, не критично. Одна, 0,1,5, а там было и 9, вот видите, за третий сектор чуть-чуть отыграл даже. Секунды. Так что, может, даже и получше время это будет. Так, ну сейчас посмотрим, что за время. Да, немножко лучше. На полсекунды как раз. Так, ну и давайте снова вернемся. Да что такое, и тут же прям ошибка. Резина медленно, но верно умирает, поэтому надо, пока она окончательно не умерла, еще проехаться на виде от первого лица на ней. Постараться улучшить время. Там было 1.29.9 у нас. Пока что. Ну, надо постараться его превзойти. Вообще, чтобы на 2 пит-стопа нам пойти, желательно на первом комплекте, ну, где-то хотя бы круга до 16-го дотерпеть. До 16-го где-то. На втором комплекте, если столько же будет, ну, лучше даже не до 16, наверное, побольше. Ну, посмотрим, в общем, как резина. Вот, в принципе, пока машина, да, уже так она плывет немного, но не критично еще. Так, ну этот круг был, конечно, ой, смотрите, уже там улетел Импреза, по-моему. Ну, что-то они, конечно, слабо тут едут. Не знаю, с чем это связано. Ну, может, совсем слабые соперники просто. Вот, и это. Надо вот сейчас постараться на этом круге. То... ой, 44,1, там у нас было 42,5, да, лучше пока что. Ну, по крайней мере, на
на виде от третьего лица, ну, дальний вид. Там, я помню, было 42.5. Тут было 1.01.5, да, или даже 4. Сейчас 1.03.9. Ну да, тоже круг не ахти будет. Ну, может, хоть из 1.30 выйдем. Да, там было 1.29.9, вот на секунду улучшили, по крайней мере, это лучшее время на этом виде. Вот этот поворот довольно он такой сложный. Ну, тут получается как бы связка двойной. Он. Первый поворот скоростной идет сначала, да, левый. И потом надо как бы дотормаживать, и он еще сильнее завинчивается. Конечно, на такой убитой резине уже довольно сложно проходить. Вот сектора я еще на лучшем круге не засекал. О, сейчас получше время на втором секторе. Еще лучше, чем на предыдущем круге. И с секторами вот лучшего круга, 1.24.5, который сейчас пока не могу сравнивать. О, 1.02.6. Где-то тут еще. Уже где-то на 1.5 секунды идем быстрее, чем на предыдущем круге. Нормально. Сейчас уже примерно так хотя бы сравнивать можно уже. Да, вот 1.27.4. А был 1.26.2 у нас. Ух ты! BMW стоит, главное. Интересно. Они, может, что-то в этом повороте. Вот Impreza мы на прошлом круге обгоняли, тоже она там вылетала. Они. Но этот поворот действительно очень сложный. Еще когда резина стирается, они, может, там вылетают на каждом круге. Поэтому так сильно от нас отстают. Не знаю. Так, ладно, резина уже сейчас действительно практически умерла. Я переключусь на стандартный, так скажем, вид наш. И сейчас надо просто уже постараться ехать более-менее аккуратно. И протянуть как можно больше на этом комплекте, потому что ну, рановато сейчас заезжать. А то придется заезжать 3 раза, не хотелось бы. Останется там до финиша, когда, не знаю, кругов там 6-5. Придется коротенький еще пит-стоп делать. Ну, на коротенький отрезок. Надо лучше сейчас протянуть подольше. И на финиш лучше оставить более-менее свежий комплект, и там мы уже стараемся показать, может быть, ну, самое лучшее время на последнем отрезке. Все-таки вкат будет побольше. Но мне еще интересно, как получилось на Trail Mountain, вот, что действительно... Ну, может, сила самовнушения, если кто внимательно смотрел, не слушал. Там после пит-стопа, когда я думал, что нам поставили резину софт, хотя на самом деле никто нам софт не ставил, и такой же медиум был. И после пит-стопа я поехал там, ну, не помню, секунды на 2 или на 3 быстрее. Прямо сразу после пит-стопа, по-моему, там второй или третий круг после заезда в боксов был прям, ну, лучший. Вот. Ну, может, это механики меня услышали и поменяли все-таки резину с медиум на софт. Поэтому удалось так прогнать. Так, ну, блин, резина, конечно, вообще уже убитая, красная абсолютно. Ну вот, насколько я помню, здесь она тоже не взрывается, ну то есть ничего такого прям критического не произойдет. Просто машины уже, ну, реально сложно управлять. Вот так еще на вид вроде бы левая, задняя, более-менее там еще оранжевая чуть-чуть, светлее, а остальные, конечно, уже просто убиты напрочь покрышки. Ой, уже на первом секторе аж 46.5. Приходится тут тормозить вообще загодя.
заносит уже. Она, с одной стороны, тут и избыточная уже поворачиваемость есть, ну что задние колеса стерты, но тут же и недостаточная, то есть на внешний радиус машину постоянно выносит, потому что она трассу уже совершенно не держит. Ладно, 17 кругов мы с вами одолели, думаю, надо заезжать. Во-первых, ну так как это еще начало гонки, там было много вылетали с трассы, может на втором комплекте удастся чуть побольше проехать. Я все-таки хочу последний отрезок сделать покороче. Вот первый, считайте, у нас был 17 кругов. Второй сейчас посмотрим. Ну и третий вот сделать бы кругов 12-13, там, а лучше 10. Не, наконец-то я из питлейна выехал нормально, никуда не втемяшился. Вечно у меня с ним проблемы были. Так, ну предыдущий круг у нас, конечно, самый плохой, потому что был заезд в боксы. На этом круге тоже сейчас будет плохое время. Вот резина прогрелась, как зеленая такой вот становится. С фиолетовой на зеленый меняет цвет. Значит, она, в принципе, уже в температуру вошла. И давайте со следующего круга сейчас попробуем снова переключиться на вид от первого лица и на свежем комплекте резины прямо вот попробовать поставить хорошее время на виде от первого лица. Чуть не сказал на виде из кабины, но кабины-то тут и нету. Вообще эту гонку я изначально хотел проехать на вайпере, вот, который нам дали на предыдущем чемпионате, предыдущей серии, но у него мощность превышает допустимую, и поэтому, ну, найдем мы еще где его использовать. Чемпионатов еще на выносливость у нас довольно много, так что... Так что найдем мы применение. Да, кстати, вот еще что плохо на этом виде. Вот если заметили, здесь звук мотора слышно гораздо хуже, чем на виде внешнем. И это тоже, собственно говоря, ну, осложняет немножко. Так как здесь габариты машины сложнее чувствовать. Вообще имею в виду во вторую часть. Ну вот, блин, в последней связке, предпоследней закосячил. Так, в принципе, время было неплохое. Даже из 1.01 вышел на последнем секторе. Ладно, постараемся на следующем круге. Так вот, по звуку я, в общем-то, еще ориентируюсь. То есть по тому, как работает мотор, как машина газует, как по скрипу вот резины, по визгу, как вот там... Допустим, пошла она в занос, надо ее немножко отловить там, или все нормально еще. Ну, в общем, немаловажная эта часть, когда слышно хорошо звук двигателя машины на этом виде. С этим проблемы. Вот мы опять входим круговых уже в какой раз, я уже со счета сбился, по-моему, это уже на третий круг их обходим. Вот, отвлекся на них. И опять ошибся. Вообще, что за машину дают за этот чемпионат, я тоже не помню. Поэтому это будет сюрпризом. Ну, для меня, по крайней мере. Может быть, конечно, кто-то из зрителей знает. Для него это не является чем-то скрытым. Так, вот 1.26.7 круг. По-моему, это лучший. По крайней мере, с этого вида. До этого у нас был там 1.27.8, по-моему. Лучший. Все-таки потихоньку улучшаем. Ну, я говорю, к нему сложнее всего привыкнуть, то есть... Тот вид, на котором мы обычно ездим, и вид вот чуть подальше, когда машина, они, ну, там, да, различий не так много.
практически одинаковые виды. А вот здесь, да, здесь гораздо больше отличается, ну, физика даже, так скажем. Но самое большое отличие то, что хуже слышно мотор. И это вот как-то сбивает с толку, в общем. Ну, кстати, неплохое время должно быть. Ух ты, 1.25.2, смотрите, меньше чем в секунде. От лучшего времени уже. Это вообще уже отлично. Так, ладно. Давайте теперь снова перейдем на... Пока покрышки еще слишком сильно не убились, пока они еще в хорошем состоянии, надо улучшить время, ну, абсолютно постараться на привычном виде. На каждом комплекте резины надо улучшать. О, 1.41.7, точнее, просто 41.7. По-моему, пока что это лучший второй сектор за все время гонки. Ну, может, только если лучше было еще вот на, когда было время 1.24.5. Третий сектор вообще уже минута практически ровно. Посмотрим, какое время в результате будет. И да, еще получается скинул там около 0.2, ну, меньше даже, получается 1 десятку, там 165 было. Первый сектор 18.1, вот первый сектор особо не обращал внимания. Так, ну, сейчас примерно понятно, какие прям лучшие сектора, то есть сейчас лучшее время, и вот здесь у нас было 41, и... ох ты, еще лучше, 41.3 было, и 41, еще идем на улучшение. Вот тут, конечно, последняя связка, вот эта шикан, ух ты, 59.2, ничего себе, из минуты, что-то чуть ли не на секунду. Ай, блин, ну вот шикану, конечно, вообще медленно прошел. На третьем секторе на секунду было лучше время. Но я там шикану закосячил. И да, еще улучшил. Ну, конечно, много потерял в последней шикане. Ох ты, БМВ-ху закрутило. Ну, что-то да, мне вот кажется, они вот здесь косячат. Вот на этом повороте сложном они... Ноги их разворачивают, что-то они там стоят подолгу. В общем, то ли это очередной баг какой-то игры, ну, то ли действительно, может, они настолько затягивают пит-стопы, что резина уже убита. Если честно, не слежу за их пит-стопами, как они там останавливались, нет, и сколько раз уже. Два раза ошибся. Ладно, это такой разогревочный круг. Сейчас тогда резина пока еще, значит, позволяет улучшать еще вот с этого вида. Сейчас попробуем улучшить. Так, это у нас Импреза. Лихо обошли ее в шикане. Ну вот по мне так оптимальное состояние резины — это не когда она зеленая еще, а вот когда она немножко уже притерлась, и вот такая светло... Совсем, когда она становится светло-зеленой, даже уже такой желтенькой, вот, по-моему, это такое оптимальное состояние резины, когда можно, ну, вот прям атаковать в полную силу и ставить лучшие времена. Ну, сейчас посмотрим, хватит ли этого запаса, чтобы еще улучшить. 41.5, нет, не лучше, конечно, второй сектор. На том комплекте у нас лучшее время было с такого вида где-то в районе 1.26 с копейками.
принципе, тоже неплохое время. Вот минута, где-то минута 0,7. Ай-яй-яй, ну блин. Ну, капец. Ладно. Просто все вот эти еще вылеты, они резину убивают, конечно. Больше. Так, ладно, сейчас постараемся на этом круге улучшить. Давайте, наверное, я чуть помолчу этот круг, может быть. Заодно вот послушайте рев двигателя. И корвет вообще как себя на трассе ведет. Эх, ну, почти. Это вот лучший круг был на этом виде однозначно, но не дотянулся. Предыдущий бы круг я перебил. У нас он был там... А, нет, он у нас был 1.24.5, да? Нет, значит, не перебил. Но все равно. 1.25 ровно. Неплохо. Так, смотрим тут на время. О, ну, неплохо. На прошлом круге даже хуже было здесь. 42. Я прям в какой-то азарт такой вошел. Так, минута и 4. Ну, чуть-чуть срезал, ну ладно. Они там, кстати, тоже режут. Ну, компьютерные игроки имеют в виду. Мухлюют. Значит, нам можно. Так. Ух ты! Смотрите-ка. А, даже лучший круг. Там был что-то 1.24, 220, там, 220 где-то. Буквально чуть-чуть, но улучшил. Ну, то есть, я говорю, да, вот желтая резина, она еще позволяет атаковать. Сейчас опять вот ошибся. Ой, ну... Это все, видимо. Все, она уже такая желтая и темно-желтая. Приближается. Тогда снова переключимся на обычный вид. И надо поберечь все-таки резину. Потому что, как я уже сказал, на вот этом комплекте хочу все-таки еще подзатянуть, постараться. Вроде бы ошибались поменьше, чем на предыдущем комплекте резины. И надо... Ну, как можно дольше проехать на нем, чтобы вот последний отрезок получился наиболее коротким. И там уже можно было еще поулучшать, чтобы до финиша, в общем, резина не успела стереться в нулину совсем. Так, ну да, сразу время упало. Ну, ошибались. Смотри... Че это он вообще поперек трассы едет? Это дисквалификация явная. Что с ними тут творится-то, а? В этом повороте. Что-то там какой-то бермудский треугольник, похоже. Совсем они там с ума сходят, GPS у них сбивается, и они вообще не понимают, куда ехать. Ладно, сейчас на этом комплекте я больше атаковать не буду, поэтому есть время чуть-чуть поговорить на немного отвлеченные темы, не связанные с Гран-Туризмо, но связанные, скажем так, уже с реальными гонками. Сейчас вот у нас суббота, я в субботу записываю
на эту серию. И прошли пятничные тренировки. Вчера я про Формулу-1 Гран-при Сингапура. Один из подписчиков там волновался, что могут там не... ну, в общем, что могут быть проблемы с видимостью на трассе. Боялся, что могут отменить эту гонку. Но я ему и в комментариях ответил. Ну и так вообще реально угрозы, в общем-то, именно отмене этапа, ну, не существовало. Да, там видимость была плохая из-за пожаров. В Индонезии там сейчас сбор урожая идет. В общем, они палят там пальмы или, ну, в общем, костры какие-то. Зажигают, видимо, ботву. И, ну, все это понесло на Сингапур. В принципе, расстояние там небольшое сравнительно между ними, и с островов, в общем, потянуло весь этот смог на Сингапур. И там даже занятия отменялись среди недели в школах, по крайней мере, занятия на открытом воздухе. Но в итоге все нормально, пятничные тренировки прошли, смог так к концу недели подрассосался, раздуло его немного, там и дождь прошел. Так что все нормально, не переживайте. Вот. И самое главное, что я хочу сказать, это то, что во второй пятничной тренировке наш Даня Квят занял первое место. Ну, конечно, это всего лишь тренировки, понятно, это еще не какие-то серьезные, это всего лишь настройка машины, но тем не менее, никогда еще в этом сезоне никто из редбуловцев даже и на подходящих им трассе, на медленных Монако, например, или в Венгрии на Хунгароринге, так хорошо не выступали даже в тренировках. То есть я к чему? Надо, конечно, скрестить пальцы и тьфу-тьфу-тьфу, три раза плюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить. Но реально, ребята, есть шанс в Сингапуре у нашего Даньки снова выступить классно. И может быть, если даже все сложится, чем черт не шутит, побороться за победу. Если что-нибудь у Мерседесов опять пойдет не так, если они, может быть, стартуют плохо, может быть, что-то и получится. Но, конечно, до этого еще далеко. Еще предстоит третья тренировка. В субботу вот сегодня будет, немного позже. Сегодня, ну, по нашему местному времени, 23 часа у нас будет показывать квалификацию. До этого пройдет где-то за 3 часа тренировка последняя, где они уже будут пристреливаться к квалификации. Вот, так что скрестим, ребята, пальцы, болеем все за Даньку, и дай бог, чтобы все получилось. Ну, по крайней мере, ну, думаю, в хорошие очки должен приехать, должен. Поэтому смотрите в воскресенье гонку Гран-при Сингапура. Наш Данька Квят должен там, ну, бороться, в общем, за высокие очень позиции. Если, опять же говорю, ничего не случится, постучим по дереву. Вот, ну и плохо, конечно, что в этом году перестали показывать эти тренировки. Я так только по новостям почитал результаты, вот узнал об этом. Вот, и, ну, спешу, в общем, вам тут рассказать, поделиться хорошими, радостными новостями. В том году показывали весь уикенд полностью, гран-при со всеми полностью тренировками. Сейчас только квалификация и гонка. Ну, в общем, только официальные заезды показываются. Гонка, напоминаю, в Сингапуре будет проходить в темное время суток. Великолепное зрелище, очень красиво. Городская трасса, сам Сингапур, красивейший город, отличные виды там. Ну, то есть, хоть он и, естественно, проходит ночью, но там, конечно же, все освещено, там чуть ли не светлее, чем днем. Потратились власти, конечно, на освещение трассы очень хорошее, да плюс и все, что вокруг трассы, оно тоже все очень хорошо подсвечено, люминесценция там великолепная,
В общем, бухта, морские какие-то виды, отражение огней в воде, там, колесо, очень большое обозрение. По-моему, там у них даже самое большое в мире колесо стоит, обозрение, прямо возле трассы, и там зрители, народ, ой, вы смотрите, что тут происходит, ну это какой-то кошмар там. В этом повороте реально что-то прям жесткое постоянно происходит. Не могут они справиться с этим поворотом. Лохи. Вот, так что вернемся к гонке. В общем, Сингапур. Ребята, воскресенье, прямая трансляция. Призываю всех смотреть. Даня Квят. Ночная трасса, городской этап. Должно быть очень круто. Гонки всегда там проходят интересно. Городская трасса, это всегда непредсказуемый результат. Близкие бордюры, небольшая ошибка и все. Машина разбита. Почти всегда пейскар. Практически не обходится ни одной гонки, чтобы хоть разик не выехал. Пейскар, машина безопасности, так что... гонки всегда там на ура проходят. Вот. Еще, кстати, небольшой звоночек такой, это то, что во второй пятничной тренировке Мерседесы провалились. То есть вот Даня-то был первый, да, лучшее время показал, но Мерседесы отнюдь не позади него. Ну, в смысле, они позади него, конечно, но не сразу позади. То есть Хэмилтон там, по-моему, четвертый лишь, еще пропустил... вперед и Райконена, Райконен второй, Рикьярдо, по-моему, третий, Хэмилтон только четвертый, а Росберг седьмой. Так что, а такого, ребята, вообще не было ни разу за сезон, чтобы Мерседесы, даже в тренировках пускай, были так далеко. Бывало, что один из них там немножко проваливался ближе к середине первой десятки, но чтобы оба, такого еще не было. Так что, в общем, надо посмотреть квалификацию сегодня в субботу. Тоже очень интересно. Гонка, кстати, сама по себе будет самой длинной в сезоне. Круг там достаточно медленный в Сингапуре. Есть и быстрые связки, и прямая там есть, довольно хорошая, интересная такая, с изгибом. Вот. Но в целом трасса, во-первых, она длинная, ну так как городская, средняя скорость там довольно небольшая. Конечно, не такая, как в Монако, но где-то всего лишь, ну в общем, меньше 200 км средняя скорость. Поэтому гонка даже без каких-либо... ну, происшествий, в общем, таких серьезных, всегда длится, в общем, под 2 часа. А если уж там выпускают на трассу пейскар, то последние, по крайней мере, две гонки, и это говорит о многом, всегда заканчивались не по истечении всей дистанции, а по двухчасовому лимиту. То есть пилоты не успевали даже за двухчасовой лимит проехать всю дистанцию гонки. Так что в каком-то смысле это уникальная гонка будет. И опять же таки призываю всех ее посмотреть. Вот. Ну и плюс борьба за титул все-таки еще не закончена. Надеюсь, по крайней мере. Так что да, я откровенно рекламирую Гран-при Сингапура. У себя на канале и Формулу-1 в частности. Ну, естественно... те, кто со мной уже давно, они знают, что я являюсь фанатом этих гонок, так что ничего тут страшного и зазорного нету в этом. Тем более мы с вами сейчас сами участвуем в гонке. И, кстати, вот вернемся все-таки на трассу. Резина полностью умерла, машиной уже очень сложно управлять опять. Но, по крайней мере, удалось затянуть пит-стоп. Все-таки на этом комплекте больше кругов, вот уже получается это 20-й круг, и по крайней мере, ну да, наверное, после этого круга все-таки стоит заехать,
Потому что даже если здесь покрышки в игре не взрываются, то если я еще один круг проеду, они все равно у меня взорвутся. Даже если, блин, это не предусмотрено вообще игрой. Совсем тяжко. Сейчас. Последний отрезок зато будет у нас всего лишь 13 кругов. Самый короткий из всех. И можно будет, в принципе, даже не экономить. Ну, то есть я всегда в конце сбрасывал на последних кругах скорость, чтобы протянуть жизнь комплекта. А здесь сейчас, короче, возьмемся и будем атаковать вообще, что есть сил. Опять третий заезд такой, третий спурт у нас будет на последнем комплекте. Постараемся сейчас еще улучшить время. Может быть, удастся выйти из 1.24. Ну, естественно, это будет не на первом круге. Так, это вот кто у нас? Это у нас ГТО. Ну, кстати, ГТО, по-моему, я вообще первый раз обгоняю. Неужели она единственная, кто не ошибается в том повороте и едет почти в нашем темпе? Под конец гонки только ей удалось на круг обойти. А может, я и не заметил. Не знаю, вы тоже меня строго не судите, если я там что-то где-то пропустил. Все-таки вы просто смотрите гонку. Вот. А я в ней участвую. Поэтому не всегда удается все события, происходящие на трассе, отслеживать, запоминать точно время, например, прохождения круга. Но давайте вот вспомним. Значит, на виде от первого лица у нас лучшее время 1.26.2, по-моему. На виде от третьего лица, но камера далеко, когда у нас лучшее время 1. А, собственно, вот оно у нас лучшее время. Best lap, мы ж на нем поставили. Да-да-да. Так что сейчас вот как раз-таки на нашем каноническом виде время-то, ну, не лучшее, в общем. Сейчас надо постараться, по крайней мере, на нем сначала улучшить. Вот. И... Но времена, насколько я помню, там очень близкие. То есть на этом виде у нас тоже там 1.24.2. Там разница буквально пару сотых. Ох ты, смотрите, из минуты тоже круг. Эх, чуть-чуть ошибся, блин. Главное вот эту шикану, главное проходить пошустрее. Последний поворот он вообще на полном газу проходится, пока, по крайней мере, резина свежая держит хорошо трассу. Ну и нет, пока не удалось. Ладно. Да что ты, блин, ну вот самый тупорылый здесь это тупорылый я, точнее, это BMW. Чуть ли не на каждом круге через круг да через два вот он вечно там стоит. Уже бы вообще тогда сошел с дистанции, блин, чудик, да не участвовал. Конечно, кошмарно они там тупят. Ну ты круг нам сейчас закосячил. Пиндюрился я в него достаточно серьезно. Ну ладно. Время еще есть, у нас осталось 10 кругов. Опять же говорю, скорее всего резина. Ну может быть прям до конца она не выдержит, все-таки там она подобьется, плюс я скорость здесь не собираюсь сбавлять, но думаю, еще у нас кругов там 6 есть в запасе, когда резина будет прям вот в отличном состоянии. Бреза тут еще, блин, сейчас как раз посмотрим на прямой, много ли они медленнее. Так едет тоже, но все равно даже на прямой это медленнее, то есть даже по чистой мощности они уступают сильно нам. Ух ты, первый сектор близок к лучшему, лучше, по-моему, 18.1. А, да, кстати, ребят, те, кто внимательный, ну вот, будут смотреть потом. Задание вам такое, кто-нибудь возьмите, посчитайте абсолютно лучший круг.
этой гонки. Ну, то есть, даже вот если мне сейчас там не удастся улучшить, да, вот время там 1:24.2 сейчас лучшее. Но были ж, допустим, круги, где мне не удалось, ну, вот даже на этом круге, скорее всего, мне не удалось лучшие прям сектора свои собрать. То есть, собирательный такой лучший круг, так скажем, отметьте. Там, может, я на каком-то круге показывал лучше первый сектор, да, чем вот на том круге, на котором поставил лучшее время. Или там второй сектор был когда-то лучше. Ух ты, смотрите! Все, лучшее время, 1:24.0 удалось показать. Еще 0,2 снял. Это... Так, сейчас снова вернулся лучший круг вот к этому виду. Такое у нас соревнование. Ух ты! Лучший сектор, 17,9, первый. Так, давайте я снова приутихну. Сосредоточусь. Второй сектор, по-моему, тоже самый лучший. Не ошибиться, не спугнуть. А, ну вот шикарно, шикарно опять. Третий сектор, кстати, был не лучше. Ну, отставал буквально чуть-чуть, ну, может быть. Да, да, улучшил еще буквально на десяточку. Ну, прям, гляньте-ка вообще. Да блин, опять тут это BMW, да ты чё, издеваешься что ли? А чё там, блин, в этом повороте круги нарезает? Блин, сумасшедший тип там. Ну, сейчас, конечно, не удастся уже улучшить. Лоб в лоб с ним столкнулись. Ну прикольно, прикольно было. 1:23.9, вот разменяли 1:24. Ровно на 0,1, да, вот получается лучше. Было 1:24. 0,83 там, по-моему. А, еще тут вылетел. Самый медленный поворот трассы. Так, ну, в общем, вернусь к лучшему кругу. Вот, к примеру, даже сейчас я точно прям уверен. Точное время не назову, но на вот этом круге, который 1:23.9, он у нас сейчас лучший. Но третий сектор на нем был абсолютно точно не лучший. Я точно знаю, он у нас там был 59,5. Но я точно помню, что на каком-то из кругов был 59,3. Соответственно, вот если бы абсолютно лучше все сектора сложить, да, уже было бы еще на 0,2 там быстрее. Вот там 1:23.7. Так вот, в общем, задание вам такое. Какой лучший круг, собирательный, абсолютно лучший круг, вот, за гонку нам удалось показать, посмотреть. На всех видах, может, я на каком-то из видов покажу... на круге, может, не абсолютно лучший круг, но абсолютно лучший сектор, да? Но на этом круге не удастся абсолютно лучший круг показать. Ну, в общем, вы поняли, надеюсь, меня. Вот. Да, и насчет, кстати, у нас там осталось где-то сколько, гонок 6, наверное, на выносливость. Вы под этим видео оставляйте свои пожелания. Я это помню, практиковал еще в первой части. Ну, те, кто смотрел прохождение первой части, те видели и слышали. Оставляйте, в общем, свои пожелания о том, на какой бы вы машине хотели, чтобы я прошел. Желательно оставлять комментарии эти, чтобы это были какие-то спешл модели. Ну, то есть что-то такое более-менее эксклюзивное, да, дорогое, ладно уж там, если даже денег не будет, ну, я там поупарываюсь, где-то, может быть, ну, вне записи, заработаю денег, и все равно возьмем машину. Ну, и тоже без фанатизма, там, не надо заказывать машины какие-то там, ну, допустим, слишком медленные, да, типа, вот, давай-ка пройди. Адекватное что-нибудь такое, что бы вам хотелось увидеть, какую машину, на какой машине, чтобы я прошел там очередные гонки.
Так, ну вот, третий сектор опять близок к лучшему. Ну, блин, не тут ГТО-ха вывезла. Кстати, предыдущий круг тоже вот был близок к лучшему, но не лучше. Ну, резина еще позволяет, прям хорошо себя машина ведет. Ладно, постараюсь, пока еще резина живая. Может, удастся еще чуть-чуть улучшить. Ну, вообще, так довольно близко, я думаю, уже к пределу подобрался. Может, конечно, можно еще улучшить. Ох, нет, первый сектор что-то не айс получился. На вот этом круге был 17,9 у нас. Почти на секунду уже хуже. Тут довольно много, даже если вот первый-второй сектор, допустим, не очень хороший, тут можно на третьем отыгрывать за счет вот этой шиканы. Там все довольно спорно. Ну, то есть, по идее, да, можно там вообще особо не тормозить, попытаться там по прямой пройти. Но там еще, видите, сразу потом идет левый поворот резкий такой. На подъеме еще здесь тоже довольно сложно мухлевать, ну стараюсь, конечно, вписываться так или иначе по правильной траектории, не резать. Но повторюсь, здесь даже режут боты компьютерные, они не по правилам там явно входят, прям вторую часть режут полностью, весь корпус машины у них за пределы трассы уходит. Как это так, здесь в повороте в том не было никого поперек трассы развернуто. Так, ну сейчас в принципе получше первый сектор, но тоже далеко не лучший. Ну и второй, конечно, лучшие сектора. Первый у нас где-то в районе 41 секунды. Третий сектор еще похуже. Ну так вот примерно они шикарно проходят. То есть вторую часть режут даже еще, по-моему, сильнее. Что-то последний поворот то ли неправильно зашел, то ли уже резина не держит. На 80-х хуже все-таки. Ну, блин, опять кругового догнали. Давай, вылетай с трассы, пропускай меня. Импреза. Ну вот, кстати, да. Больше всего BMW-ха меня тут бесило. Ее, по-моему, вообще кругов, наверное, на 15 обогнал. Такое впечатление. Ну вот, Импреза тоже там встречалась. Ягуар, да? ГТО-ху вообще я, по крайней мере, ну, заметил всего один раз, что я ее на круг обгонял. И у нас еще, по-моему, Лансер там участвовал. Лансер что-то я вообще не видел. Неужели он до сих пор в нашем круге едет? А, да нет, в последнем повороте еще резина хорошо держит, просто я там неправильно вошел на предыдущем месте. Вынесла. Ну, сейчас уже не удастся, конечно, лучшее время показать все равно. Неплохие времена, но уже не на уровне быстрейших. Блин, еще и Ягуар вот. А, тем временем-то, ребята, предпоследний круг. 49-й, ага. Ну и вот, как я, в общем-то, говорил, да, резина выдержала вот этот последний комплект прям до финиша. Да, она все-таки сейчас уже не в том состоянии, чтобы лучшее время все-таки на ней показывать. Но все равно держимся так в пределах там, 2-3 секунд от лучшего времени всей гонки. В принципе, неплохо. Так что думаю, вот это время останется лучшим. 1.23.9.
Значит, на виде от первого лица у нас 1.26,2. Соответственно, 2,3 секунды различия. Ну а да что ты, ну вот опять она здесь. Опять, по-моему, BMW было. Сумасшедший. Ладно, ну а вид от третьей камеры. Там скорость у нас 1.24,2. То есть тут вообще практически идентичное время получилось показать. Единственное, все-таки, да, немножечко особняком стоит вид от первого лица, на нем все-таки посложнее ехать. Ну, если бы я, конечно, чаще на нем ездил, то, думаю, вообще было бы и третье время лучшее было бы тоже где-то в этих же секундах. Так что, в общем-то, по большому счету уж таких уж слишком больших отличий нету. Так, ну и последний круг, последний поворот, прямая финишная и финиш. Последний круг у нас 1.27,8. Подиум, гимн России, шампанское. Ого! BMW, я почти был прав, на один из кругов отстало, единственное. Тут Лансер второй пришел, да, вот действительно он был второй, но смотрите, все отстали больше, чем даже на один круг. Хотя Лансера я, ну, видимо, может где-то, я не знаю, или пропустил его совсем, либо, может, где-то в боксах его обгонял на круг, или не заметил. ГТОха в итоге третья, я думал, ГТОха вторая идет. Так. Тут, видите, последние всего 10 кругов, да, отображается. Вот на 42-м круге показали лучший круг гонки. Да, ух ты, 500 тысяч. Это, кстати, по-моему, одна из самых крупных сумм. Если честно, непонятно, почему именно за эту гонку. На самом деле она не такая уж и сложная, в общем-то. То есть, если бы мы взяли машину под те 600 лошадей, мы вообще не глядя выиграли, там, я не знаю, на 30 кругов, наверное, обогнали бы их. Так, ну и смотрим, что за машина. Та-дам! Ох ты! Какой гость-то, смотрите, у нас. Вот это да! Это ж Viper GTSR. Прям прямиком из первой части тоже. Хм, ну классно. Обалденно, то есть тут даже, если честно, ребят, я даже забыл, что во второй части есть абсолютно такой же Viper. То есть, да, я знал, что здесь есть вайперюги, там, прокачанные, но у этого... А, он и мощнее, смотрите. Чем вот этот вот Viper, который мы пару гонок назад заработали. Ой, не пару, в прошлой серии. 645, 690, тот, правда, чуть полегче. Ну, вообще замечательно. Единственное, у него полоски, да, зеленые. У того в первой части были синие. И, по-моему, вот на боковинах у него вот эти вот бумеранги добавились. Зелененькие. Ну, вообще замечательно. Прям это лучший вайпер, по-моему, вообще из тех, которые есть. Ну что же, ладно. Надеюсь, что вы так же рады, как и я, этой машине. Пишите, как я уже говорил, в комментариях, ну, те небольшие задания, ответы на них. Жду ваших пожеланий насчет машин на остальные гонки. Подписывайтесь, в общем, ставьте лайку. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока и удачи!